Ну, я не певец. ты не певец? Я не Но артист, хорошо, не хорошо, певец. хорошо. Но ты про бодибульки что-нибудь слышала вообще? Слышала. А, что ты слышала? Я песенку. Песенку слышала. А, скажи, пожалуйста, вот эта песенка, которую ты слышала, да? А, что она может собой представлять? Ну там поется бари-бульки, бари-бульки, бари-булечки, бари-бульки, Ага, да. Да. Барибульки, это что у нас? Продолжай, 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 Кристиночка. Угу. это бари-булечки. Барибулечки какие барибулечки? Вот. Я не знаю, какие. Это. Вот. Поэтому молодежь нынче поет про барибульки. Алина Бах уже давно на другом конце мостика. Она сбежала. Барибульки – это страшное слово для Алины Бах. Поэтому используйте ее, это слово, каждый день по несколько раз, и Алина от вас сбежит быстро. Значит, барибульки, что еще можете сказать про барибульки? Ничего. Что? А что мне Ну еще вот, было? хорошо. А вот еще песенку спеть. Песенку еще спеть? Угу. Какую песенку еще петь? А какую еще эту песенку петь? Ну как, барибульки или другую мелодию так сделать? Вот. Барибульки, та-та-та-та. Или барибулечки, барибулечки, та-да-да-та-ра-ра. Баба-баба, барибульки, ки-ки. Барибульки. Хорошо, хорошо, хорошо. Я отказываюсь сниматься. Почему? Почему? Что Где случилось? мой гонорар? Гонорар мы выплатим в виде размещения на YouTube. О!